пришлось в свою довольно продолжительную дирижерскую жизнь играть с оркестрами, в которых играл отец Валерия Сергеевича, Сергей Петрович Попов. Это был выдающийся, потрясающий силы трубач. Он играл совершенно феноменально, особенно скрябина поэма «Экстаза». Вообще-то была потрясающая русская такая настоящая большая труба. Могучая, сильная. И много мы работали вместе, были очень хорошие отношения. Довелось играть с братом Валерия Сергеевича, Александром Поповым. Замечательный габаист. И вот сегодня довелось играть с сыном Валерия Сергеевича Попова, с Александром. В известном смысле могу сказать, что я как бы личный дирижер этой замечательной музыкальной фамилии. И вот сегодня сочинение Багера, концерт F-дур для двух фаготов с оркестром в оркестровке вашего покорного слуги, первый раз в России будет исполнять солисты Валерий и Александр Поповы. Thank you.
Thank you.